Доброго времени суток, дорогие друзья! Поздравляю всех вас с началом лета! У всех, конечно, оно началось по-разному. У кого-то еще и вообще не началось. Но в душе все равно нам всем хочется солнца, тепла и активной движухи. Хватит киснуть дома, мы и так с вами всю весну просидели. Пора начинать активно жить и двигаться. Все те, кто уже в этой теме двигается, я поздравляю вас. Остальные присоединяйтесь, будет сегодня весело, полезно и познавательно. Исходим из сегодняшних реалий жизни. Что нам каждому доступно сегодня? Выезд на дачу, сад и огород доступно? Доступно. Пешие прогулки по паркам разрешили? Тоже доступно. Можно скандинавскую ходьбу заняться прямо с сегодняшнего дня. Замечательно, полезно и очень актуально. Велосипедные маршруты? Отлично. Согласитесь, не так уж и мало в условиях эпидемии и самоизоляции. Что же мы можем предложить своим окружающим и для себя? Например, чтобы агрофит нас на даче был не только нашей обязаловкой, но и настоящим полезным и даже прибыльным занятием. Возможно, вы не поверите, но у меня тоже есть свой небольшой сад-огород, в котором я провожу немало времени. И не понаслышке знаю о том, с какими самыми частыми заботами встречаются наши заядлые огородники. Итак, история первая, самая классическая. Я включаю слайды. Если у вас слайды появились, напишите, пожалуйста, что вы видите эти слайды. Итак, первая наша история – это продукты для садоводов-любителей. Конечно, боли мышцы спины, поясницы, ноги, суставы – это самая классическая и самая частая забота и проблема, с которой встречаются все садоводы-любители. Чем спасаюсь и что рекомендую лично я своим близким, себе, своим знакомым и почему? И самый важный продукт – это топовый многофункциональный продукт – крем Тинториум с пчелиным ядом, экстрактом прополиса, воска и хрена. Самая визитная карточка нашей компании, которая доказала свою эффективность. Для чего используем? Используется для массажа, для снятия усталости мышц, снятия боли в суставах и в спине. Обезболивающий и противовоспалительный эффект реализуется за счет активных компонентов, о которых я уже сказала выше. Как же действует крем Тинториум? Прежде всего, он снимает боль, напряжение, усталость, обладает противовоспалительным, обезболивающим и противозудным действием, особенно если на вашей даче есть комары и мошки. Улучшает кровоснабжение, способствует процессу растворения солей на поверхности суставов, если особенно занимаетесь мелкой моторикой, полите или сажаете что-то в своем саде-огороде. При массаже обеспечивает легкий согревающий эффект, дает быстрое и стойкое восстанавливающее действие. Очень важный момент. Крем имеет ограниченный срок хранения, что является доказательством того, что он имеет полный натуральный состав и не имеет и не содержит консервантов. При этом очень важно, он безопасен для применения детьми, даже очень маленького возраста, беременным женщинам, кормящим мамам и, естественно, пожилым людям, то есть нашим родителям. Применяется очень просто. То есть вы берете этот крем, наносите на болевые зоны, то есть это суставы, поясницы или какие-то другие места, 1-2 раза в сутки втираете до полного впитывания. Можно использовать его для массажа. При этом действие крема было доказано наукой. Профессиональные спортсмены после тренировки для снятия мышечной усталости использовали его в своей повседневной спортивной практике. И вообще, если говорить о спорте, то первым, кто по достоинству оценил этот крем, это были будущие олимпийские спортсменки по художественной гимнастике. Именно они открыли и раскрыли главный секрет этого крема. Если с вечера мышцы намазать кремом Тинториум, то уходит напряжение и мышечная боль. И перед тренировкой обязательно крем делает мышцы эластичными и гибкими. Это именно то, что нужно любому садоводу-практику, поверьте на слово. Когда ты заходишь на свой сад, огород, ты все, попадаешь в какую-то сумеречную зону, и время просто останавливается. И только к вечеру ты понимаешь, насколько ты устал. А с утра опять все то же самое, те же плантации, те же позы и все та же мышечная боль.
Сделайте свой агрофитнес по-настоящему приятным и полезным. И со своими соседями не забудьте поделиться формулой вашего активного трудового отдыха. Превратите свой сад в цветущий сад, но без боли и без каких-либо неприятностей. Кстати, очень приятный бонус от крема Tinctorium. Крем можно использовать не только при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, но и тогда, когда нужна помощь в борьбе с простудой, с гриппом, синуситом, при хроническом отите или рините. А мы переходим к следующему продукту из нашей аптечки, нашей садоводческой аптечки. Это бальзам Апихит. Последние научные исследования показали, что использование бальзама эффективно способствует выведению из организма лактата, то есть молочной кислоты, которая вырабатывается после интенсивной физической нагрузки, практически наподобие синдрома перетренированности у спортсменов. Поэтому максимально безболезненно и быстро выйти из этого состояния боли поможет массаж с кремом Tinctorium, баня и прием бальзама Апихит внутрь. Также есть приятный бонус и от этого продукта. Помимо того, что он выводит из организма мочевую кислоту, молочную кислоту, прошу прощения, он также выводит еще плохой вредный холестерин, тяжелые металлы, вредные вещества, например, после приема алкоголя. Ну так, бывает, традиционно, с устаточку. Кроме этого, не забывайте, что сил придадут нам также дрожжи Tinctorium Plus, медовые композиции КТВ, Апиток и Апибатончики, которые можно использовать утром и днем обязательно для укрепления своего здоровья. Вот это три основных продукта, которые бы я сегодня хотела обязательно порекомендовать всем без исключения садоводам, любителям, профессионалам, ну, естественно, нашему и вашему ближайшему окружению. Но у нас бывает еще одна, особенно у девочек, бывает еще одна неприятная история, которая портит нам очень часто жизнь. Это неопрятный внешний вид рук и ногтей. Земля очень сильно сушит кожу, и после земляных работ буквально руки вообще становятся очень и очень сухие, да, кожа очень грубая и сухая. Так вот, чтобы избежать этого и быстро восстановить естественный и приличный эстетический вид кожи, лидером на вашей даче станет еще один продукт, это крем Челедония Аватель с запатентованным компонентом из масла перепелиных яиц. Крем-мазь эффективно смягчает и увлажняет кожу, заживляет мелкие порезы, ранки и микротравмы. Компоненты крема Челедония обладают кератолитическим эффектом. Что это за эффект? Они удаляют поверхностные, сухие, уже не работавшие, отмертвевшие клетки кожи. Особенно этот эффект заметен на ступнях и при наличии мозолей и грубой кожи на пятках. Нанесение на эти участки крема всего на 2-3 часа позволяет со временем решить вопрос грубой, сухой и потрескавшейся кожи на пятках. В результате она выглядит как после аппаратного педикюра. И, наверное, наши клиенты и наши дистрибьюторы подтвердят это в чате и скажут, и еще раз убедят нас в том, что они с удовольствием используют крем Челедония в ритуальной в целом ритуале по спасению от сухости кожи рук. Это ритуал называется «бархатные ручки». Так вот, основным продуктом при проблемной коже рук и ног как раз-таки является продукт крем Челедония Аватель. А вот для экспресс-маникюра и безупречного внешнего вида кожи рук и ногтей вашему вниманию я предлагаю еще один продукт. Это всегда продукт, который нужно иметь в сумочке под рукой, в автомобиле, просто вот чтобы он лежал на виду. Это масло для ногтей и кутикул, которое обеспечивает бережный и длительный уход за кожей рук и кутикулы после сада, огорода. Масло благотворно влияет на состояние и внешний вид ногтей, противостоит ломкости. Ведь если посмотреть на активные компоненты, которые входят в состав этого продукта, это экстракт цветочной пыльцы, прополиса, пчелиной огневки. Они оказывают бережный отшелушивающий эффект и удаляют омертвевшие клетки, грубые клетки, которые очень портят, естественно, всю эстетику наших с вами рук. А вот коктейль роскошных масел увлажняет, смягчает кутикулу, благодаря чему ногти растут быстрее и становятся крепче.
Совместное использование крема для рук и масла для ухода за кутикулой и ногтями позволяет предотвратить появление заусенцев и придает ухоженный вид и здоровый блеск ногтевой пластинке. Поэтому следующим продуктом, который обожаю, который всегда у меня есть с собой, это крем для рук с эксклюзивным компонентом Avatel. Это поистине волшебный подарок красоты с необыкновенным ощущением свежести, с последующим тающим эффектом крема, который успокаивает чувствительную кожу рук. Крем Avatel с прополисом и медом оказывает пролонгированное действие, увлажняет и смягчает кожные барьеры. Именно этот эффект по длительному увлажнению был подтвержден в свое время добровольной клинической апробацией научно-практического центра «Космопротест» в Москве. И сейчас я хотела бы еще раз обратиться к нашим дистрибьюторам и показать вам небольшой видеосюжет о том, как наши клиенты с удовольствием используют продукты компании Tintorium в своей практике. Итак, внимание на экран. Татьяна Епарова из Екатеринбурга делится своими успехами. Хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями о линейке, в которую входит компонент Avatel. Вот, я пользуюсь средствами Апибюст, Челидония, это такие кремы оздоравливающие, крем для тела из косметической линейки, крем для рук и молочко очищающее мне очень нравится. Вот оно только закончилось у меня, и молочко очищающее и крем для рук – это мои любимчики. Чем они хороши? Вот для меня крем для рук очень легко впитывается, такая воздушная текстура, очень легко наносится, хорошо впитывается и не оставляет жирного блеска, и очень хорошо увлажняет кожу. Даже если руки вот подвергались каким-то нагрузкам более сильным, да, и такая сухость повышенная, то мне достаточно нанести два раза. То есть один раз нанесла, там через несколько минут все впиталось, я ношу второй раз, и утром я уже не вспоминаю даже о том, что у меня какой-то дискомфорт был и что-то мне не нравилось. Вот, и смотрите, я буквально до капельки использую крем для рук, то есть настолько он мне нравится, настолько он по своим качествам, по своим свойствам уникальный. И кроме того, мне нравится здесь, что отсутствие, легкий такой аромат от душки есть, но такие легкие, ненавязчивые. Бывает, даже косметическое средство нравится, но и запах вроде бы приятный, но через несколько минут чувствуешь такое раздражение, то здесь вот этого нет. Очень приятный, очень легкий аромат. Вот. И вот оздоравливающие кремы, да, это классика Апибюст, Челидония. Я использовала и раньше, но в обновленной текстуре, когда в эти средства вошел компонент Avatel, то пользоваться кремами стало намного удобнее. То есть они такие легкие, очень пластичные, очень хорошо, очень удобно наносить и очень легко впитываются. Вот поэтому мне очень нравится. Татьяна, спасибо большое. Мы очень порадовались вашим историям и вашим секретам. И мы продолжаем дальше рассказывать и делиться своими историями.